Джанни Родари, «Война колоколов». Шла однажды война, большая и ужасная шла война, много солдат тогда полегло. Мы были на нашей стороне, а враги были на той стороне. Бои шли день и ночь, мы стреляли почти без остановки, и вот наступил тот день, когда почти что не осталось патронов. Нам стало не хватать бронзы для пушек, железа для пулеметов и так далее. И тогда наш командующий, сверхгенерал, стреляя мимо, приказал снять колокола со всех башен и излить из них одну пушку, но такую большую, чтобы победить, выиграть войну с одного выстрела. Чтобы поднять эту пушку, нужны были 100 тысяч подъемных кранов, а чтобы отвезти ее на фронт, 97 поездов. Сверхгенерал потирал руки от удовольствия и говорил: «Стоит только выстрелить из этой пушки, как враги пустятся на утек и докатятся до луны». И вот настал торжественный момент. Сверхпушку нацелили на врагов. Мы заткнули уши ватой, ведь барабанные перепонки от громкого звука могут лопнуть. Сверхгенерал, стреляя мимо, скомандовал: «Огонь!» Артиллерист дернул за гашетку, и вдруг по всему фронту, с одного края в другой, покатился оглушительный перезвон. Динь-дон, динь-дон. Мы вынули вату из ушей, чтобы лучше слышать. Динь-дон, динь-дон. Гудела сверхпушка, и 100 тысяч эхо повторяли по всем городам и селам. Динь-дон, динь-дон. Огонь! Снова закричал сверхгенерал. Огонь! Артиллерист снова дернул за гашетку, и снова величавый колокольный перезвон поплыл над траншеями. Казалось, будто звонили сразу во все колокола. Сверхгенерал рвал на себе волосы и от отчаяния так перестарался, что у него остался на голове всего один и единственный волос. Затем наступила тишина. И вот с другой стороны фронта, словно по команде, раздался громкий и радостный перезвон. Динь-дон, динь-дон. Потому что надо вам сказать, что главнокомандующему наших врагов, смерть генералу Бах фон Бабаху, тоже пришла в голову идея отлить из всех колоколов государства одну единственную суперпушку. «Динь-дон!» – гудела наша пушка. «Дон!» – отвечало ей вражеское орудие. Тут солдаты обеих армий выскочили из своих траншей и побежали друг другу навстречу. Они бросались обниматься, стали кричать и танцевать от радости. «Колокола! Колокола звонят! Войне конец! Да здравствует мир!» Сверхгенерал, стреляя мимо, и смерть генерал Бах фон Бабах вскочили в автомобили и пустились на утек. И они ехали так далеко, что у них закончился весь бензин. Но даже и там колокольный звон продолжал их преследовать.